Красота, грация в каждом движении и множество других критериев, по которым экспертная комиссия определяет лучших лошадей. На первый взгляд кажется, что это конкурс красоты, однако это чемпионат России среди орловских русаков. При подготовке к племенным соревнованиям тренеры учитывают множество критериев, по которым будут оценивать их подопечного. Была бонитировка, все, стати, общее впечатление, движение, подготовка к самой выводке, то есть насколько там лошадь опрятно, хорошо выглядит. При выборе победителя оценивают не только внешние качества, но и потенциал племенного материала для продолжения породы. Одному из победителей, коню Позитиву, позавидуют многие сородичи. Уникальный перламутровый оттенок шерсти, да и к тому же он лучший в своей категории. Его владелица Ирина Мишина искала себе именно такого жеребца. Знаете, это вообще на самом деле большая редкость. Вот такой вот, чтобы он был орловский рысак, чтобы он был беленьким. Когда я его покупала, он уже был беленьким. Он уже был почти беленьким. Это очень вообще просто уникально, честно говоря. И найти такую лошадь действительно очень сложно. Конная Россия – это не только племенные соревнования, в которых состязались лучшие представители своих пород, но и различные мастер-классы, программы и многое другое. Выставка уже в седьмой раз объединяет всех влюбленных в лошадей и в конный спорт. Выставка предназначена как для профессионалов, так и для любителей лошадей. И в формате нашей выставки мы пытаемся все-таки адаптировать интересы непосредственно профессионалов, которые приезжают на племенные мероприятия, участвуют в наших конференциях. И также мы привлекаем любителей, которые в будущем, я надеюсь, станут потенциальными коневладельцами и будут участниками именно конной индустрии. Конная Россия радовала гостей все выходные, а ее участники с нетерпением ждут новых встреч.